Первая фраза, которую, как я знаю, Женя промолвил, увидев Марину, это не привет, это не здравствуйте, это не как дела. Первая фраза, озвученная им. Ну что, пойдем в ЗАГС? Riding high day and night, satisfied wherever we roam. You're the star of the show. You shimmer like gold. Алло, Жень, поставь что-нибудь повеселее. Now, baby, let's ride. We got nothing but time. You get all the reactions. You're the main attraction. Мне очень понравилась фраза Марины о том, что рядом с ним я чувствую себя девочкой. Я чувствую себя максимально защищенной и невероятно счастливой. Вот такой же невероятно счастливой она выйдет к нам сегодня сюда. Давайте мы ей будем неистово аплодировать и встречать ее громкими-громкими овациями. Марина, ждем тебя! Я хочу спросить у вас, ребята, готовы ли вы сегодня и навсегда стать друг для друга еще большей опорой, стать чем-то большим, чем просто муж и жена. Я прошу вас в знак вашей любви и верности обменяться обручальными кольцами. Можно повысить градус аплодисментов!